следующем поединке встретятся финалисты ледникового периода Анна Семенович и Вадим Колганов и первые чемпионы нашего проекта Татьяна Навка и Марат Башаров. Ваши аплодисменты! У меня вопрос к Татьяне и к Вадиму. Вы совсем недавно еще стояли на этом льду как пара, а теперь вы по разные стороны моих рук и будете соревноваться. Что вы думаете по этому поводу? Я не знаю, что я думаю по этому поводу, потому что Вадим был прекрасным партнером, и Марат был прекрасным партнером. Я доверяю Аннушке, ей попался хороший партнер, и всем нам желаю счастья и удачи. Вадик. Ну, что я хочу сказать. Татьяна потрясающая партнерша. И мы это сделали специально, чтобы скучать друг по другу. Анечка. На самом деле, я хочу сказать, что мы с Таней давно дружим, и она мне говорит: «Ань, не знаю, кому своего отдать. Могу доверить только тебе». Я говорю: «Прекрасно, забираю». Я говорю: «Ты его за год так научила кататься, что мне будет гораздо проще». Спасибо, дорогая. Вадим, помнится, что ты, катаясь с Татьяной, писал стихи. Так вот теперь, наверное, мне придется взять эту тяжелую лямку на себя, и я вот написал такое, если его можно назвать стихотворение. Вадим Колганов – серьезный парень. Он должен победить, катаясь с Аней. Вадим, ну-ка давай ответ быстро скажи нам. Аню на руки возьму и закрою глазки. Не будите, мужики, я побуду в сказке. Браво! Марат, тяни. Хорошо перемешай. Номер два. Итак, Вадим, Аня, вам открывать эту дуэль. Ну а вам, ребята, идти готовиться.